Всем привет! Вы на канале Чудо-огород. Коротко и ясно. Каждый огородник или садовод хоть один раз задавался себе вопросом: сколько же штук семян в одном грамме того или иного овоща? Хочу сегодня вам поподробнее рассказать о самых основных из них. Начну с баклажана. В 1 грамме 200-250 штук, в 0,1 грамме 20-25, в этой упаковке 0,3 грамма, значит 60-65 штук. Хранится такая упаковка 3-4 года. Следующая — капуста белокочанная. В 1 грамме 200-300 штук, в 0,1 грамме 20-30, в этой упаковке 0,5 грамм, значит примерно 100-130 штук семян. Сохраняет схожесть 3-4 года. Теперь перец сладкий. В 1 грамме 130-160 штук, в 0,1 грамме 13-16, в этой упаковке 0,3 грамма, значит примерно 38-40 штук. Срок хранения 3-4 года. И, наконец, наш любимый томат. В 1 грамме 350 штук, в 0,1 грамме 30-35 штук. Сохраняет схожесть 5-6 лет. Желаю всем удачи. Пока!